Всем привет! Меня зовут Марьяна, и вы на канале «Вкусная еда». Предлагаю рецепт ароматного сладкого кекса с изюмом под названием «Столичный». Легкий в приготовлении, а главное – очень вкусный. Кекс получается просто великолепным, с нежным рассыпчатым мякишем и хрустящей корочкой. Кстати, этот кекс может длительное время храниться, но я уверена, долго он у вас точно не задержится, особенно если есть в доме сладкоежки. Кекс действительно очень вкусный, обязательно испеките. Изюм тщательно промыть в проточной воде и высушить бумажным полотенцем. Подготовленный изюм заливаем коньяком или ромом и оставляем на 2-3 часа для пропитки. В небольшой миске смешиваем муку, разрыхлитель теста и щепотку соли. Просеиваем через сито и перемешиваем венчиком. В другой миске соединяем сливочное масло комнатной температуры, сахар и ванильный сахар. Взбиваем до светлой пышной массы около 2-3 минут. Добавляем по одному яйцу. Хорошо взбиваем миксером после каждого добавления, до тех пор, пока они не соединятся. С изюма сливаем лишнюю жидкость. Добавляем муку. Добавляем лимонную цедру и хорошо перемешиваем. Подготовленный изюм с лимонной цедрой добавляем тесто и перемешиваем. Постепенно порциями добавляем сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем до однородной массы. Прямоугольную форму для выпечки смазываем сливочным маслом, посыпаем мукой и застилаем бумагой для выпечки. Выкладываем кексовое тесто и равномерно распределяем по всей поверхности формы. Затем влажным ножом делаем глубокий разрез вдоль всего теста, до самого дна, для образования характерной трещинки кекса. Выпекаем кекс в разогретой до 160 градусов духовке приблизительно 80-100 минут или пока зубочистка, вставленная в центр, не станет сухой. После выпечки даем кексу остыть в течение 10 минут. Затем вынимаем из формы, удаляем бумагу для выпечки и оставляем его полностью остывать при комнатной температуре. Затем остывший кекс заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 6-8 часов. Настоявшийся кекс таким образом будет меньше крошиться при нарезании. По желанию, перед подачей посыпаем кекс сахарной пудрой. Кекс столичный готов. Приятного аппетита и удачной вам выпечки! Всем спасибо, что посмотрели видео. Пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соцсетях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно.